Я даже не знаю, вот, с чего начать. Ну, что такое вот националисты, украинские националисты? Это вообще проект, очень долгий, как бы англосаксонский проект, который был, собственно, который стартовал аж в середине 19 века. И все это дело как бы нагнеталось, все это дело культивировалось, все это дело взращивалось, он уже сколько веков, и, собственно, это, мне кажется, есть просто некая ударная сила, как бы европейская, которую вот они всячески лелеяли для того, чтобы как бы делать вот этот вот скачок, бросок на Россию, дабы все-таки победить ее, потому что главная как бы европейская ценность, вот главная европейская ценность, за которую все борются, это есть ненависть к России. И еще со времен, по-моему, с 9 века, еще Карл Великий, со времен Карла Великого, все альянсы, все какие-то там объединения, организации, которые организовывались на территории Европы, они все имели цель как бы противостоять себя России. То есть все это было против как бы России, и поэтому сам по себе национализм — это просто, мне кажется, орудие вот в руках как бы европейцев. То, что как бы русские, они всегда жили большой семьей. Ну, не русские, а ну, россияне. Все, кто народы, которые населяли территорию как бы нашей страны, они всегда жили мирно. Я помню и грузины, и русские. И почему? Потому что, вот, допустим, в СССР, опять же таки, вот в моей семье, у моей бабушки, то есть брат, у него жена была грузинка. Я помню очень хорошо, как они к нам приезжали, мы к ним приезжали. Столько радости, столько общения. То есть никакой розни, ничего. И я видел, что это происходило повсеместно. Никакого национализма не было. Никто не говорил, что ты там вот этой национальности, значит, ты плохой. Вот ты другой национальности, значит, ты хороший. Я считаю, что это бред вообще полнейший. И это есть некое, мне кажется, орудие для не совсем вот как бы красивое. Это орудие для того, чтобы какие-то свои вот политические, я не знаю, амбиции, наверное, реализовывать. То есть, мне кажется, просто обманутые люди, эти фашисты.